Итак, сегодня утро. Такое у нас немножечко дождливое, но уже чувствуется весна. И у меня, видимо, как всегда весной, начинаются какие-то разные аллергические реакции, непонятные моего организма. Вот сейчас вот уже как неделю я чешусь, я вот уже думала, что от какой-то еды, может быть, еще что-то, но зуд какой-то такой, в общем, присутствует, и я думаю, что это какая-то аллергическая реакция. Поэтому я сегодня приехала утром в Walk-in Clinic. Walk-in Clinic — это как, в принципе, в понимании поликлиники. Сюда можно прийти, то, что называется, здесь живая очередь. То есть мы пришли, и сразу нас принял врач. Ну, как бы это звучит просто, но иногда можно в Walk-in Clinic просидеть 2, 3, 4 часа, а то и больше. В данном случае Walk-in Clinic, который находится в нашем районе, я нашла такую, в которой можно назначать очередь заранее. То есть я вчера вечером в 7 вечера позвонила на специальный номер, который есть у клиники, и заказала, в общем-то, очередь по телефону уже сегодня на утро. Мне дали интервал с 9:30 до 10:30. То есть этот интервал, в котором, в принципе, врач обязуется меня принять. А иногда, может быть, это чуть больше просидите, иногда чуть меньше. Это в зависимости от того, что, может быть, кто-то из больных уже не пришел из пациентов. Ну, в общем, одним словом, сейчас посмотрите, как это выглядит. Я постараюсь снять это на телефон, так что не отвечаю как бы ни за качество, ни за что, но хотя бы как бы одним глазком увидеть, как это выглядит, возможно. Пошли. Тут есть, сидят разные врачи, не только лишь клиника. Заходим. Сейчас будет немножко такая съемка, как будто скрытой камерой. Потому что я делаю вид, что у меня телефон просто так открыт. Здесь, кстати, моя детская поликлиника моего ребенка. I have some allergic reaction. I don't know, maybe it's the season, you know, maybe it's something else. And I breastfeeding. Yes, it's the same. Same. Perfect, you can have a seat, it should be. Thank you very much. Thank you. Вот так выглядит кабинетик, в котором меня сейчас примут. Hi. Hi. I have. Yes, you have file. Yes, it was 1 year before, but I think it's. Yeah. Покидаем поликлинику. Мне выписали крем. Оказалось, что, скорее всего, это сухость кожи, а не аллергия. В любом случае, послали меня на анализы. Завтра пойду их делать. Вот там заодно я попросила уже и на холестерол, и на сахар. Вот, но пока что она сказала, что аллергические обычно вещи, они немножко иначе выглядят, а вот это вот чесание, оно, скорее всего, от сухости организма. Сейчас такой переходной период, у нас очень сильно топит в квартирах, и большая действительно сухость. У нас есть увлажнитель воздуха, но, как оказывается, он абсолютно... походу не помогает. Вот. Никому. Поэтому, конечно, надо продолжать много пить. Стараться проветривать часто комнату. Вот. И буду мазаться кремом. Посмотрим. Сейчас еду домой.